В день столетия Великой Октябрьской социалистической революции в выставочном зале экспозиции «Музей войны. Территория мира» презентовали новую выставку. На открытии говорили о роли революции на политическую историю мира. «Красный октябрь» – событие неоднозначное. Октябрь 1917 года внес серьезные коррективы в мировую историю. Это факт, и отрицать его, я полагаю, думаю и уверен в том, что никто не может. Рассказать о революционных событиях через призму экспонатов, чтобы почувствовать дух эпохи. Цель совместного проекта мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» и областного краеведческого музея. Все экспонаты уникальны. За каждой вещью история не только личности, но и страны. На выставке представлены самые разные у нас предметы из музейной коллекции. Это коллекция оружия и снаряжения. Это живопись и графика, это нумизматика, фалеристика, ну и целый ряд других. Всего около 300 предметов. Ну и что очень важно, в принципе, подавляющее большинство предметов экспонируется на этой выставке у нас впервые. Выставка разбита на тематические комплексы. Здесь представлены личные вещи известных жителей Брещины, свидетелей и участников знаковых событий Красного Октября. Есть интересные периодические издания, газеты того периода времени. Есть материал, рассказывающий об участниках этих событий, в том числе и защитниках Брестской крепости. В отдельных экспозициях выставлены подлинные предметы из музейных фондов и коллекций, посвященные Октябрьской революции, советскому времени и Владимиру Ленину. Каждый из 300 экспонатов стал свидетелем целой эпохи. В основу выставки положены те подлинные материалы, непосредственно касающиеся февральской и октябрьской революции, но их не так много, зато они редкие цены, эти материалы. Здесь представлен тоже такой материал, который об этих людях рассказывает. Мы брали вот именно значимых таких личностей, о которых известно, но что-то можно узнать и то, чего из биографии не очень. Вот как вы выразились, что именно знаем об обороне 41-го года, но мало знаем о том, откуда вообще они были и откуда у них вот эта профессия военного офицера в дальнейшем. Отношение к революции и событиям Красного Октября у каждого свое. Выставка лишь поможет расширить исторический кругозор и частично прикоснуться к неоднозначному прошлому. Ирина Альшова, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ».